Брить или не брить последние две недели у сотрудников Ивановской пивоваренной компании такого вопроса не стояло. От щетины мужская часть коллектива не избавлялась намеренно. Таким образом, в преддверии Всемирного дня окружающей среды 40 работников завода решили экономить воду, которая расходуется во время бритья. Однако во вторник акция заканчивается, и пивовары все-таки избавятся от лишней растительности. Как подсчитали ученые, человек в среднем, когда бреется, тратит около 10 литров воды. Соответственно, если я в среднем бреюсь 3 раза в неделю я могу сэкономить 90 литров воды. И если это перевести в масштабы завода или даже глобальные масштабы, то это реально большая сумма.